Болгария. С начала Второй мировой войны Болгария была на стороне нацистской Германии. Она стала плацдармом для нападения Гитлера на Грецию и Югославию. Так как эта страна не была оккупирована Гитлером, а имела статус союзницы Третьего рейха, 5 сентября 1944 года СССР объявил Болгарии войну. К этому моменту Болгария сама готова была выступить против нацистов, поэтому местные жители встречали советских солдат с цветами. 16 сентября 1944 года Красная армия вошла в Софию, а 28 октября в Москве между Болгарией и СССР было подписано перемирие. Для борьбы с нацистской Германией Советский Союз передал Болгарии 30 тысяч винтовок, карабинов и автоматов, 2 тысячи пулеметов, свыше 800 орудий и минометов, а также поставил в Болгарию более 100 тысяч тонн нефтепродуктов, около 46 тысяч тонн черных и цветных металлов, зерно и продукты для мирных жителей. После войны многие промышленные предприятия и электростанции в Болгарии были построены с помощью СССР и полностью оснащены советским оборудованием.